Впереди Новый год, самый семейный праздник. Алексей и Марина Павловы, жители села Горки, счастливые многодетные родители. Также готовятся к праздникам. Наш корреспондент Екатерина Чернышова побывала у них в гостях и посмотрела, как живет эта большая и дружная семья. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Счастье семья Павловых строит сама. Родители не выбирают. А что, если родители делают выбор сами? Быть многодетной семьей – решение Марины и Алексея. Сергей, Татьяна, Иван – именно этих детей и захотели родители. Счастье к Павловым приходило постепенно, с появлением каждого нового члена их семьи. Когда-то, потеряв единственного сына, Мария и Алексей решили, что не хотят быть бездетной семьей. Стать счастливыми и сделать счастливыми еще кого-то – простое решение. Сергей появился в их семье, когда ему было 12 лет. Сейчас молодому человеку 18. Он студент Московского колледжа, в будущем фармацевт. Татьяна, родная сестра Сергея, появилась в семье немного позже. Сейчас девушка тоже учится в колледже. Профессию она выбрала по душе. Татьяна будет швеей. Маленькому Ване 8 лет. Он учится в школе, круглый отличник, радует родителей своими достижениями. Ваня, ты сегодня как в школу ходил? Все нормально? Все хорошо. Я сегодня по контрольной пятерку получил. Стихи все на пятерку рассказал. Большая и дружная семья вечером собирается вместе попить чай, обсудить прошедший день и планы на будущее. На Новый год что ты будешь делать? У вас там концерт будет, кем ты будешь там на Новый год? Магом. Он будет магом. Сережа тоже у нас будет там. Сережа? У нас Дед Мороз и мама. Дед Мороз, Сережа будет в колледже. Родители окружили детей теплом и любовью, и дети отвечают им тем же. У меня самые лучшие родители, я их очень люблю. Я рада, что у меня не только один брат родной, но появился еще младший братик. Свое маленькое семейное счастье все они хранят, как самое дорогое, что есть на свете. Назвать детей неродными вряд ли кто-то осмелится, глядя на теплые отношения, царящие в семье. Самое, что ни на есть, родные и близкие друг другу люди. Построенное счастье в их семье хранят бережно. И пожелание в новом году у них только одно. Большая семья Павловых желает в 2015 году, чтобы люди все были счастливы, здоровы. Это самое главное, когда самые близкие – дети, родители – сестры, братья, все были живы, здоровы, и никто не был болен. Екатерина Чернышова, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.